Всем привет, ребят, с вами Дикос. Сегодня я записываю видео по кейсам CSGO. Да, ну, ничего нового, в общем. Так, я уже забыл, что у меня в инвентаре. Да, у меня вот что у меня в инвентаре. Так что мы вот сегодня продадим вот это все. Да, капец. Меню с транспортом. Сейчас мы откроем кейс Mazda. Надеюсь, мы не будем плакать от того, что она нам... Блинач. Лучше откроем Audi. Давай, Audi A1. Вот, блин, капец, ё-моё. Давай. Всё. Нет. Капец, напоминаю, у меня было сейчас около 400 тысяч. Сейчас у меня только 170. 200. Давай, Audi, не подведи меня. Давай, R4. Или что-нибудь другое. Понятно, у нас уже 22 тысячи, примерно 21 там с чем-то. Капец. Чего? Было 400 тысяч. Надо было Audi открывать. Теперь придется открывать. Давайте лучше с техникой. Фотокейс. Так. И... Ничего. Да. Вот какой-нибудь Samsung бы сейчас. Ну, не Nokia. Вот что угодно, но не Nokia. И не Окуп, да. И... Да. Капец. Это капец. Я только что, ребята, открыл фотокейс, и мне ничего не выпало. Да. Ладно, когда будет что-то интересное, я продолжу. Блин, я думал, сейчас будет что-то интересное. Я бы не назвал это интересным, но я слил все. Я просто все слил. Давай. Да. Мы можем еще раз открыть. Ну, давай, что там интересное? Ничего, просто ничего. Мы даже уже не можем открыть. Уже 1000. Просто 1000. Просто конкретно слил. Это капец. Нормально. Даже не знаю, чтобы открыть. Ребят, я только что открыл гамма и... Я только что думал, что сейчас синева выпадет, но... Да. Это капец. ФСЖ, вообще изи. Да, печальная новость. Я, к сожалению, все слил, а тот нож я не буду продавать, потому что я случайно продал еще один нож и... Сори, но видос получился очень мелким, к сожалению. Я как-нибудь накину денежки, но просто вот плюс. Вот, ну сейчас я не могу получить. Ну, в общем-то, сори, что получился такой мелкий видос. Подписывайтесь на мой канал, досматривайте видео, ставьте лайки, кто впервые. И ссылка на канал Егора будет в описании. Всем удачи, всем пока. С вами был Дикон.